Так, сейчас мы с вами прогуляемся по престижу 520-му. И не просто прогуляемся, а как бы с целью, потому что лодок доступных нету. А вот ребята московские, наши коллеги, им удалось один корпус добыть. Буквально вот только что подтвердили, что да, есть корпус 520-й, один доступный, его выкупили и готовность на май. Формула «Жено» 735. Это гарантия, 3 года на встроенное оборудование, 5 лет на осмос и 7 лет на конструктивные элементы. Модель флайбриджная, 520-я. Сам владелец капитан. Я сейчас вот прям такой экспромт будет, потому что до этого я на борт не поднимался. Так что вместе с вами буду сейчас смотреть, удивляться, возмущаться, находить какие-то детали. В данном исполнении такой очень уютный салон. Здесь прям такая ткань. Наверное, как рогожка смотрится на камере, но на самом деле очень-очень симпатично. Сразу обращаю внимание на выход по правому борту. Он не прямо у поста управления, а вот он чуть как бы смещен, но тем не менее можно успеть выскочить. Например, там кранцы поправить. Вот он вид. Сейчас я стою вот в конце как бы салона. И вот можно оценить размер. Вот это освещение я видел на нашей NC-шке. Смотрится очень красиво. То есть прям есть такая подсветка вдоль подволоков. Вот эти такие прямые линии. Ну понятно, что это такая современная, модерновая лодка. Двери сдвижные целиком. Они аккуратно так сложены, как барная такая стойка. Сюда, наверное, ведерко со льдом ставить или бокалы. А вход с правой стороны, ну, вот держу пари, что это в хозяйскую каюту. Гости заходят через свой коридор. Нужно хозяйскую сначала отправить, разумеется. Так. О, ступенька. Не в полный рост. Ну, хотя вот я сейчас, вот, видите, здесь полный рост. Тут, ну, здесь шаг прошел. Каюта владельца. Так, что здесь у нас? Сундучки. Иллюминатор открывающийся. Тут удивительно, это что такое? Что это? Напишите в комментариях. Пишите в комментариях, что же это. Так. Ух ты. Гардероб. С полочками. Ну да, интересно. Раз. Понятно. Свет включается, выключается. Так. Идем дальше. Санузел. Душевая. Душевую тоже нужно шаг сделать. С противоположной стороны. Туалет. Иллюминатор. Поднимаемся обратно. И идем в гостевые каюты. Вообще марка Prestige входит в группу Жено Бенето. Самый крупный мировой концерн судостроительный, огромное количество моделей, и у них есть серия Жено, где у нас Мэри Фишер, NC, и серия Prestige, это большие уже лодки, ну, относительно
относительно маленьких морефишеров. Так, что мы здесь видим? Здесь мы с вами видим, кстати, ту идею, которую мы реализовали на эллинге Highline. Если вам туалет нужен, вы же не будете одновременно и душ принимать, и на туалете сидеть, правильно? Поэтому створки убрали, присели на горшок. Горшок не нужен. Так, как это делается? Ну-ка. А, вот. Ну да, кстати, имеет право на жизнь. А, и есть еще одна створка. Ну, кстати, да, и душевая получается большая, если нужна. А если не нужна, сложили, убрали, большой санузел. Технично. Технично. В общем, вот все фиксируется, все четко. И гостевая каюта с двумя односпальными кроватями. Также с иллюминатором. И ручки в коже приятные. В шкафах подсветка. Так, давайте со светом поиграемся. Сейчас я поставлю вот сюда. Буду режимы переключать. Сюда не поставлю. Давайте вместе будем режим переключать. Так. Что поменялось? Верхний свет выключился. Тут такая а-ля вечерняя подсветка. Копирую. А, это загорается. Эти полоски. Трюмо есть. Шкаф зеркальный. Так, очень интересное решение. Что это у нас тут запитано? А, я знаю, что у нас тут запитано. Похоже, телевизор, которого нет здесь. Видимо, не оплатили. Термо. Кондиционер. Интересные такие лампочки, кубики. Да, класс. Пойдемте на флай решим. По палубе пройдем, потом на флай. Небольшая такая, конечно, нужно пригнуться, чтобы выскочить отсюда. Но в целом, да, нормально. Нос такой полный, чуть квадратный, чтобы удобно было ходить. Подушки на носовой палубе в такой шезлонг превращаются. Если либо так, да, как просто палубные подушки, или вот такой шезлонг. Супер. Боковые обходы симметричны по левому, по правому борту. И вот прямо отсюда сразу вижу супер решение. Это подсветку в тенте. Здесь не хардтоп, здесь такой бимини. В бимини установлена подсветка. Соответственно, функционал верхней палубы и столько дневного сразу же превращается и в вечерний. Так, шаг. Для швартовых концов. Наверняка там внизу шпигат есть. Да, кстати, очень удобно. Электрические лебедки. Там кнопка. Здесь проявляется у нас голубая подсветка, купальная платформа опускается. И есть лестница. Отправляемся наверх. Там что-то хохот, шум, гам. Люди сидят, удовольствие получают. О! Так, сейчас ребят прославим. Your professionals. Yeah. Okay. From my line, and we are being paid by the minute, you know. Okay. You'll be
Парни предложили свои услуги к модели. Вернее, как это не предложили, а сказали, что платить надо. Но мы это... Не, мы парням не платим. Пост управления. Здесь у нас стоит Volvo Penta IPS. Поэтому джойстик. Под рульку. Здесь так, просто бандучок. Ну что, давайте. Спокойно. Камера, спокойно. Спокойно. Моторный полезем? Конечно, полезем. Поворот, поворот. Здравствуйте, ребята. Volvo Penta IPS 2x650. Ну, а что скромничать? Так, лесенка такая, в разбежку. Ну, что-то мне надо... Давайте лучше я на мотор сразу встану, так надежнее. Так. Опус. Вниз. Вниз, вниз, вниз. Так, что мы здесь наблюдаем с вами? Здесь мы с вами наблюдаем топливный танк. Генератор Onan. Второй топливный танк. Зарядное устройство. Это у нас трап гидравлический. Держу пари, там у нас аккумуляторные батареи расположены. Опять в таких боксах проветриваемых. Это к навигации относится Raymarine. Компрессор шумит, кондиционера. Доступ к моторам круговой. Что у нас здесь еще? Кингстоны. В доступе тоже видны. Ревизионные рычки. Все толково. Идем наверх. Выполз из моторного отсека. Кстати, спускаться лучше на мотор, спрыгивая, ну так, соскальзывая. А подниматься по лестнице, да, удобно. Ну что, обычно в таком размере еще где-нибудь должна быть каюта капитана. Давайте поищем ее, каюту капитана. Иллюминатор я уже вижу. Так, откуда вход? Куда вход? Ну, явно не отсюда. Но зато мы здесь обнаружили с вами душ. Душ? Да. Такое окно, оно не просто так. О! Есть контакт. Есть контакт. Ну, вполне себе. Симпатично. Смотрите, какой вид на море у человека, у капитана, который здесь работает. Санузел. Да. Я думаю, что и как детская пойдет даже. Но только вот эту дверь надо не закрывать, а открыто держать. Все будет хорошо. Рундук для швартовых. Почему нет? Так, давайте камбуз изучим с вами. И на этом будем заканчивать. Холодильник с морозилкой. Что за холодильник? Витрифриго. Что бы это ни значило. Индукционная плита Siemens. Да, кстати, смотрите, интересно. Раз. Это... Нет, не раз. Он только в одну сторону ставится. Может быть, раковина целиком или полраковины. Вот
Так, слушайте. А, все, я понял. Можно вот. Нет, не буду. Не сложился пазл. Так, а раковина тянется? А, понял. Можно что-нибудь сполоснуть. Фрукты, овощи. Ну да, хорошо. Пойдет. Принимается. И сдвижные иллюминаторы. Как бы не сломать. Тут же что-то должно быть. Это же не просто так. А, вот он, смотрите, там телевизор. А как его поднять? Давайте кнопку найдем, поднимем телевизор. Мы, знаете ли, любую кнопку найдем. Ну, кстати, почему нет, да? Как мне сказали, о, человек из YouTube, я человек из телевизора уже. Вот она, где кнопка была. Пускаем. Так, что у нас тут с постом? С постом тоже все в порядке. Ship control, аудио. Ну, тут, слушайте, все стандартно, все понятно. Что завершать видео я буду без, как сказать, финальной фразы подведения итогов. Напишите в комментариях, какое у вас мнение по этой лодке. Потому что я еще похожу, посмотрю. Мы с вами вместе ее смотрели, эту лодку. Возможно, чуть позже какой-нибудь более такой осознанный сделаю уже с техническими данными обзор. Ну, а сейчас был просто, знаете, такой вечером прогулялись, поехали. Спасибо большое за компанию. Слушайте, лодок много в Каннах. Наверное, еще по какой-нибудь прогуляемся. Так что вы на канал, если не подписываетесь, то периодически проверяйте, что я там публикую. На этом все. До новых встреч. Пока-пока.